Здравствуйте, дорогие друзья! Абхазия – это страна души. Абхазия – это южное гостеприимство. Абхазия – это прекрасная природа, шикарные моря и, конечно же, воздух. В Абхазии каждый найдет себе отдых по душе. Есть места, где дикие пляжи, есть места, где есть много народу и много туристического ресурса. Абхазия – это те места, которые нужно увидеть своими глазами и, конечно же, посетить. Озеро Рица – это необыкновенное место, где нужно каждому из нас побывать. Это необыкновенные леса, это горное озеро и, конечно же, молочный водопад. Конечно, в Абхазии нужно побывать обязательно в городе Новый Афон. В Новом Афоне можно увидеть как природные объекты, так и исторические, и, конечно же, Новоафонскую пещеру. Это такой город, который позволяет отдыхать как семейным людям, так и молодежи. Самые популярные города, там, где нам нужно побывать, это, конечно же, Новый Афон, Сухум и Гагры. Абхазия любит российского туриста, и очень просто туда попасть. Таможню нужно проходить или рано утром, или поздно вечером, тогда, когда местное население уже не проходит этот таможенный пост. Для въезда в Абхазию россиянам необходимо иметь российский паспорт, а детям до 14 лет свидетельство о рождении. Единственное ограничение по въезду в Республику Абхазия – это наличие задолженности перед банками и жилищно-коммунальными услугами. Обращаю ваше внимание на то, что полис медицинского страхования для россиян действует только в рамках оказания экстренной медицинской помощи. Все остальное турист оплачивает самостоятельно. Туристы часто спрашивают, действуют ли банковские карты на территории Республики Абхазия. Крайне редко и точечно, поэтому нужно иметь всегда наличные. Тогда проблем никаких не будет по оплате разных услуг. Абхазия славится своими винами, и многие туристы хотят своим родным привезти в подарок вина. Но нужно помнить, что вывоз этого напитка разрешен в количестве 3 литров на человека. По официальным документам из Абхазии нельзя вывозить самшит, прополис и эвкалипт. И все-таки в Абхазию мы едем не за подарками, сувенирами, а за чистым морем, за солнечными пляжами, за кавказским гостеприимством. Желаю вам хорошего отдыха.